Здраво! Депутат Виталий Милонов редко появляется в заголовках СМИ с чем-то конструктивным. Ну и, конечно, в основном его идеи так или иначе касаются сексуальных меньшинств. Гомосексуализм. В эфире НСН он прокомментировал статью в малазийской газете Синер Хариан, в которой утверждается, что геи отличаются ухоженной бородой и склонностью к выбору брендовой одежды. Говорит, ну, видимо, малазийские геи отличаются от российских. Не знаю, национальной традиции Малайзии, может. У них просто не принято ходить с бородой. Милонов заявил, что у него есть свои критерии определения гомосексуальности. Знаешь, как я понял, что ты гей? Как? Ты любишь группу Coldplay. А знаешь, как я понял, что ты гей? Как? Потому что ты сам гей своих нюхом чувствуешь. Милонов предложил определять представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по запаху. «У меня, как у старого охотника на демонов, нюх на них», — заявил Милонов. Также он сказал, что от них исходит запах серы. Но это еще не самые странные способы определения ориентации. В декабре на одном из шоу Милонов сказал следующее. «Кинешь его в воду, в какую-нибудь реку. Если он утонул, значит не пи***к. А не утонул, если он там плавает, и ты в них кидаешь в него камни, он не тонет, значит точно ведьма или пи***к». Эпичные фразы Милонова действительно быстро уходят в народ. И все бы ничего, будь он юмористом или артистом, который зарабатывает своим эпатажем. Но Милонов – депутат Госдумы и получает депутатскую зарплату. Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать депутатом Госдумы? А я откуда знаю? Нашли у кого спросить. Хотя, знаете, одно и другому не мешает. Ведь годовой доход Милонова в позапрошлом году составил всего 2,8 миллиона рублей, что весьма скромно по депутатским меркам. А вот на интервью и на эфирах можно заработать куда больше, особенно если развлекать народ эпичными фразочками. Я не стал курить косяк. Я говорю, нет, а это не застрелили? Потому что это пи***ка дьявола. Глупо, конечно, но забавно. И people have it. Да. До скорых встреч!